В одном поселке жила женщина, она жила на отшибе, короче. Угу. Мама рассказывает. И говорит, и бабушка моя говорит, если придет к вам эта соседка, никогда в ней в руки ничего не давайте. Потому что, ну, просто не давайте. Она вся в черном ходила. И как-то она стучится в дом и говорит, это, там, а дайте мне соли, пожалуйста. А в этот момент у моей бабушки были гости дома, там, тоже пришли, там, пирушка небольшая. Ну и все посторонились, такие, нет, как бы это. А женщина подошла и вот так говорит, вот, на стол положи, говорит, вот бери соль и иди с Богом. Она говорит, нет, мне в руки, пожалуйста, дайте соль. А они говорят, вот, и потом бабушка моя говорит, мы тебе дали соль, все, иди давай уже. Ну потому что там раньше двери же не закрывали, избы же были. И потом, а другая женщина приехала с города, которого вообще не знала. Она такая, да что вы, ешки-матрешки, вот на тебе соль и все, иди. И, короче, под вечер у нее температура, ей плохо, ее калашматило, там, батюшку вызывали, ну, там вызывали, чтобы, ну, короче, ну, да, ее, да, беса изгонять какого-то. Ну, короче, ну, спасли эту мапку, конечно. И после этого, конечно, ее все, это, боялись. А ведь в доме я спала с включенным светом, потому что там, мне казалось, кто-то на меня смотрит. И потом мне Саша вчера рассказала, что там девочку душили, бывшую участницу. Курочку. Она открывает глаза. Курочку душили, ну, только напротив. Напротив ее душили. Да в этой же комнате, на этой же кровати. Да тебя не, жила не, там беременна. В маленькой кровати. А мне Сашка сказала, что именно вот на этой кровати. Маленькая кровать. Они в маленькой комнате жили, Олечка. Напротив нас. Тристанна сидит, да? Да. Она говорит, Тристан, что ты здесь делаешь? Она поворачивается и голосом беса говорит, а я не Тристан. Это при том, что ей во сне приснилось, а потом она показала, это не был не сон, а это было наяву. Она еще раз такая, она как сон. Мне страшно, у меня же мурашки по коже. Так, все, сюда не призываем. Нет, здесь у нас хорошая энергетика. Да, здесь, кстати говоря, здесь, да, и что в том доме, что здесь хорошая энергетика. Я же тоже там жила, и я спала со включенным светом. Нет, потому что там нашли крест, там нашли, получается, жуки, шорохи. А, иголку там нашли ржавую, мы, получается, я под этим. Реально? Я включала свет, и мне кто-то смотрел прям. Я вот лежу просто, я закрываю глаза, открываю, потому что на меня кто-то смотрит, никого нет. Да, вот то, я тоже не могла там спать. Вот если говорят, сняли сейчас научный фильм, тоже про мистику сняли научный фильм, про барабашек, про вот этих всех, вот, короче, вот, кто вот, если, допустим, дома кузня завелся, да, еще там какие-то существа некие. Говорят, что помогает это нож, если воткнуть, допустим, через дверь вот, на порог воткнуть, то тогда злые духи, то есть, не будут заходить в дом. Ой, кто там? Что такое? Сейчас. Саша, мы только что тебя вспоминали. Саша, ты что, не пугай нас, это сердце чуть не остановит.